Буэнос диэс, братва. Ядерный рассвет внезряет ваши экраны, это значит, что мы продолжаем проходить Матею так God of War. Садитесь поудобнее, хватайте ништячки и похуярили. Бля, я чё, биться разучился? Твою-то мать. О, еще какая-то тварына. А чем я там застрял? Отец, да вижу я. Место. Так. Топ. Ногой. Топ. Другой. Так, это спереть. Это тоже переть. Чё такое? Бум нах. Топ. О, ништяк. Так, нам вроде куда-то туда. Опа. Полезли. Мы приближаемся к горе? Да. Пизда. Опа. Пердячие пары. Мелкий, сюда иди. Так, нам куда? В ту сторону? Дайте сначала в ту схожу. Ой, олень. Ой, лось. Опс. Пум-пум-пум-пум-пум, горят где-то тут костры с говном. Пум-пум-пум-пум-пум, горят где-то тут костры с говном. Ох, ты ж ебаный рот. Да вижу, блядь. Только она меня избивает, чувак. Ну вот. Была ведьма и нету. Так, говно льется. У кого-то каналью, походу, рвет. Петрович, это твой сосед снизу, у тебя каналью прорвало, меня говном заливает. Может, на последнем этапе подъема я понесу ее? Я сказал нет.
Но все равно мне она дороже, чем тебе. Что? Просто я провел с ней больше времени. Ты же охотился. Будет лучше, если ты помолчишь. Ах ты, сучка. Камикадзе. Ты на його ля. Ох, ты ж ёбаный ты нахуй. Я... Ауп. Кинг, сука, Конг. Ай, красава, пацан. Обезьяна, мама, пока буне шатай. Там, по-моему, еще больше поебень идет. А, не, окей. Хуя там душ из кровища. Ща будет жара. Бум. Да ты чё, совсем охренел, собака? Так, там кто-то ещё уебывался. Ах ты ж ебаный ты нахуй. Здесь? Кто это построил? Опаньки. Так, ну чё, поднакачались. Бля, там два ведра с говном. Чё, забегаем. Ебись ты в уши. Ого, понимаю, почему мама хотела сюда. Именно. Так, ща минутку. Ага. Так, сначала сделаем. Его небодвиг запутался в корнях. Вряд ли. Он заставит его работать. Мне все равно. Альпинисты, ёпых мать. Рон, Пася, Рон! Рон, Пася, Рон! Не, все гораздо хуже, по-моему. Тихо, там будьяка тварына. Что это такое?
Поищем другой путь наверх. Ну вот, ведьму бы сюда, она бы нас провела. Против черного дыхания моя магия бессильна, и обойти его... Хуяся. Один об этом позаботился. Хуястроя. Пришла помочь вам добраться до места. Хуястроя. Закрутилась, друга спасала, как вы помните. Черное дыхание — это искаженная магия, даже я не могу ее рассеять. Только чистый свет Альфхейма способен пробиться сквозь нее. Это долгий путь. Насколько важна ваша цель? Важнее всего. Идем со мной. Зачем помогаешь? Может, я понимаю тебя лучше, чем мне хотелось бы. Может, так я искупаю грехи, которые сама совершила. Или вы мне просто нравитесь? Мы чуть не убили твоего друга. И несмотря на это, да. Куда лежит путь? За пределы вашего мира. Мы идем в другой мир? И ты с нами? Лишь ненадолго. Лишь ненадолго. Хуя строя. Мне интересно, на какой части повествования я сейчас нахожусь. Потому что, если я правильно понял, блядь, мы как раз полпути и проделали. Используем это. Грейфа. Синдри сказала, она сломана. Синдри? Гном у подножья этих холмов. Чинил, когда мы пришли. Я там никого не видела. Может, уже закончил? Гномы такие предприимчивые. И надоедливые, судя по известным нам. Это тоже. Просто поверни. Вот, видишь? Типа лифта что-то? Эхую. В центре озера. Оттуда мы отправимся в Альхейм. К счастью, он уже не под водой. Почему это существо на озере? Неизвестно. Он просто там появился. Вскоре напал Тор, и грохот битвы был слышен во всех мирах. Битва закончилась ничем. Тор вернулся к Одину с пустыми руками. Змей остался и так вырос, что вытянулся аж на весь Мидгард. Вот, я же говорил. С тех пор они друг друга ненавидят и убьют друг друга в ходе Рагнарёка. Ты веришь в Рагнарёк? Хотела бы не верить. Знаешь, а мы говорили с мировым змеем. Правда? Он преувеличил. Я знаю, языки, даже те, что раньше не слышал. Но когда говорит он, я ничего не понимаю. Никто не понимает. Это мертвый язык. А, печально. Идите сюда и смотрите под ноги. Сюда? Мы уже тут были. Перебраться назад нельзя. Видишь? Да что ты? Сейчас покажу. Сейчас второй раз, наверное, вот хуя струя. Ты смотришь? Лёста! Ого! Он твердый! Эльфы строили. Моя тетива пропитана светом Альфхейма и может пробуждать магию эльфов. Стой! Он не исчезнет под нами? Нет, пока свет свободно льется. Идем. Мне б такой лук. А что за магия в этих корнях? Магия ванов. Ванахейм? Ты знаешь? Ну так. Мама почти не говорила о ванах. Лишь то, что они всегда воюют с асами. Наверное, по сравнению с Одином и Тором они хорошие. Не бывает хороших богов. Я думал, ты понял.
Я думал, он сейчас расколется, потому что мелкий вроде как не в курсе, что полубог. Храм Тюра. Тюр построил его при помощи великанов и отсюда мог отправиться в любой из 9 миров, прекращая вражду между ними. Что-то не прекратилась вражда. На нас везде нападают, особенно мертвяки всякие. Восставших мертвяков и правда все больше. Когда-то эти дороги были многолюдны. Теперь же люди покинули эти края или попрятались. Остались только разбойники. Эти выживать умеют. Блин, в чей какой-то пор метнусь, что ли? Прикола ради. Внизу лестницы направо. Через 200 метров. Повернись налево. Так куда мне педали-то, ёбаный рот? Баный стос. О, вроде правильно иду. Эй, еще один световой кристалл. Ждите здесь, а я разбужу свет. Лиоста. Получилось. А что мы делаем? Чиним поломанное. Сперва подними эту ось. Хорошо. Задвинь ее на место. Теперь выровни колесо в колее. Хорошо. Теперь толкай мост по колее. Весь мост поворачивается. Разве может весь мост поворачиваться? Ого, ты правда сильный. Продолжай толкать, пока мост не дойдет до первой точки. Не устал? Нет. Он у меня сильный. Ебать, колоть. Их называют скитальцами. Но кто они? Это просто несчастные души, которым нет ни покоя, ни суда. Как? Магия ванов может воспрешать? Да, ваны это умели, но сейчас магия ни при чем. Нашествие мертвых лишь сигнал того, что в мире что-то разладилось. Что-то или кто-то потревожил слишком могущественные силы. Это все, что я знаю наверняка. Еще самую малость! Хуя струя. Отлично. Поднимайся. Мы готовы. Впечатляет. Спину ты не сорвал? Я не сорвал спину. В эти двери. Так, кто строил храм Тюра? Великаны или эльфы? Все расы принимали в этом участие. Последний раз, когда жители всех миров работали вместе. Дальше была лишь вражда. Как говорится, хуя струя. Лиоса. Тетива уже не сияет. Ее магия иссякла. Оставалось уже совсем немного. Мы осушили всю до конца. Дай мне лук. Как получите свет Альфхейма, напитай его силой тетиву. Не забудь. Йопс. Апгрейд. Ты разве не пойдешь с нами? Я попробую. Но кое-кто не хочет, чтобы я покидала Мидгард. Почему? Боги меня не жалуют. Это здесь? Так темно. Этот храм спал под водой почти 150 зим. Теперь, чтобы пробудиться, ему нужен лишь свет Бивреста. Эти корни не твоя магия? Нет, это корни великого мирового древа. Благодаря им возможно путешествовать между мирами. Даже комментировать особо не хочется, верьте, не? Как это работает?
Вам нужно это. Биврёст. Он открывает путь меж мирами. Он может поймать, удержать и перенести свет Альфхейма. Помести Биврёст сюда. Что теперь? Подожди. Дай храму время пробудиться от долгого сна. Из этого зала и только отсюда возможно будет переходить между мирами. То, что вы видите перед глазами, представляет собой этот храм, а также все башни девяти миров, которые окружают озеро. Все миры существуют в одном пространстве, как отражение друг друга. Эти двери, башни у озера, все девять миров тесно переплетены. И все они находятся на ветвях мирового древа. Разделяет их свет Альфхейма в Биврёсте. В этом зале вы можете управлять светом. А это мировое древо? Это всего лишь его изображение. Нет, Игдрасиль на самом деле куда больше. Древо жизни связано с судьбой всех миров, а мы связаны с ним. Древо питает наши почвы. Росы с его листвы наполняют озера и реки. Корни мирового древа дают жизнь всем созданиям на его ветвях. Его сила вплетена в саму ткань жизни. Рождение, рост, смерть, возрождение. Каждая нить тянется сквозь пространство, тянется сквозь время. Каждая возвращается к древу. Ну, так это работает. Но тебя ведь больше интересует практическая сторона. Да. Ну что ж, мост, который вы толкали, сейчас направлен в сторону Ванахейма. Поверните колесо туда, куда нужно нам. В Альфхейм. Стой, ну что, двигает большой мост снаружи? Да. Колесо вращает мост, а мост соединяет это место с башнями других миров на озере. Стой, вон там нет башни. Поэтому попасть в Йотунхейм нельзя. Без башни, к которой приведет мост, переход не откроется. Для каждого мира есть путевая руна, открывающая в него мост. Я покажу вам руну Альфхейма. Теперь вы можете направить мост к башне. Мы готовы. Не забудьте взять Биврёст. Его нельзя терять. Теперь мост изменит направление, и откроется мир между мирами. Видишь огромный кристалл? В каждом мире есть такой. Он фокусирует и усиливает силу Биврёста, создавая мост в этот мир. Поэтому путь между мирами можно открыть только из этого зала. А как же башня, которая не достает? Башня Йотунхейма пропала из всех миров более 100 зим назад, когда великаны исчезли из Мидгарда. Никто не знает, куда она делась и куда ушли великаны. Хлоп. Не вышло. Мы все еще тут. За мной. Биврёст погас. Это силы исчерпаны. Назад не вернуться, пока Биврёст не получит свет Альфхейма. То есть мы застряли? У такого, как ты, не будет проблемы с возвращением в Мидгард. И мы сможем прогнать черное дыхание? Да, если добудете свет Альфхейма. А вот что было дальше, увидим в следующей серии. Спасибо всем, кто смотрел. Луис, подписка. И до скорого. Адьёс, братва.